Привет, дорогие зрители, меня зовут Колман, и это ролик по World War 3. Сегодняшний геймплей у нас будет с израильской штурмовой винтовкой Альфа АК. Ранее я не трогал эту винтовку по той причине, что она не впечатлила меня ранее, но попробовав ее вновь, я понял, что это одна из лучших винтовок в игре. И ее главная особенность заключается в том, что вместо стандартных FMG патронов, она стреляет патронами типа АП, которые усиливают свой урон после пробития бронежилета у противника. На этом у меня все, устраивайтесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра. Поехали. Да, блин, мне кажется, комьюнити уже друг друга все знают. Меня петуха все знают. Да. Каждый второй знает. Петух. Читер гребаный. О, читер, сука, 87 килов на альфа-ка сделал, о, читер. Который нам хвастается, что 60 килов маловато, блин. Да. Хотя бы 20 набить в рауте, это уже победа. Тут Саня, блин, почти сотку. Маловато что-то, блядь. Маловато. Маловато, мило. Человек без личной жизни сидит без работы. О, у меня бетер. Ну, понеслась. Так меня подожди! Стой, сука! Монолитовская! Да тебе, стой! Поехали. Stop, you're here, you're criminal scum. А нет, вижу это... вижу врага на 12 часов, шмаляй. Да щет! Вижу, прыгает, блин. Шмаляй на него. Работает по нам. Всю ответственность беру на себя, шмаляй. Хорош. Ступаем! Еще БТР сейчас будет вдогонку шмалять. А, два, забирай, ты поехал на два. А я попробую бэшки отбить. Где враг-то? Я не вижу его. Спрятался? Где-нибудь сидит. Их нету. Поехали на бэху. 90 секунд их угнали. Вы где-то вражеский? Да, это вражеский, но его угнали наши. Не хрест. Так как выйти отсюда его. Чё ты делаешь? Постреляю по входу. Ну. У нас здесь. Не работают. А? У нас один забирает, а два. Это подземка? А два, подожди, один это подземка, а два это наверху. Брух. На один я. И опять умер от этого. Прикольно. Ой, блин, зачем я сюда? Так, либо С1 езжать, либо С2. Что-то из этого. Я поехал на С... Опа. А это наш бэттер. От С-шки поехал-то. Давай. Да блять. О, вовремя я заспаунился. Твою мать! Тошки наши отбирают. Ага. Теперь бы Б1 захватить. А вот по Б2. По Б2 страйк бьет. Ёп! Какой ублюдок скоробей в здание загнал! Нормально? Ладно. Я сейчас с тобой поговорю. У меня тут тоже есть аргумент, ублюдок. Саня отлетает. Не-не-не, сейчас, блин, я ему своим левиафаном сейчас ему, блин, опа! Здорово, ублюдок! Ну чё, доездился? Так, ляжем вот тут. И поехали. А, прикольно.
А-а-а. Фон. А я не фон. Я вообще хоть один килл сделаю сегодня. Етишкин пистолет, вот это людей. Фу, очень вовремя, товарищ. Опа, один забирает, надо, а один трахнуть. Я чую, Hellfire сейчас будет. Да. Трубовика мне на С2 еще долбят, атакуют. Ну, найс лаги. Поставь меточку мне на один. Подожди. Один. Спасибо. Ой, у нас проблемы. Какие? У нас на Б просто лезут, на первую со второй лезут. Там аккуратно. За БК поехал, на БК 0. Давай. Надо Ашку забрать, сейчас заберу. Ой, блин. Сопля, сопли на Б2 пригнали. Да? Чем он будет? Да блин! Стоит. Ой, конченое управление! А, у меня не Симтекс тут, сука, у меня не С4. Кого? Блин, чисто отпадает. О, я так и знал. А, один чел сидел. Прикольно. Ёбаный рот, сука, пулеметчики эти долбаные. На два тут враг, давай. Да нам не до А2, у нас тут на Б1 прорыв. Берегись, граната, я тебе могу вот это только сделать. Так, это наши. Все, стартуем. Вертушка сраная у них появилась. Бывает. Обороняйте цель, Борис 2. О, у них тут сопля еще. На Б. Да. На Б 2 езжайте, там все у них. Сопля, блин, все есть. Ну, вертушка летает сраная. На А2 поехал. Я тебя понял, брат. Аэрстрайк полетел на Б2. Толком никого не было. Все разбежали. МГ5, он сердце не понимал, как его убивают. Машин сбор все сюда нули. Да, пацаны. Починили соплю? Ага. Мне лично понравилось. Вот поэтому, когда я слышал дрон, я удумал, это по-любому шлем. Но это был не он. О, плеер. Блять. Слева! Еще один, ты еще можешь круто. Я бегу. Да. Ну, а, у меня тот самый плеер. Пулемета. Вы на Б1 или где? На С хотели. На С. А. Да не суть, он вблизи еще бегает. Сразу все. Ну пулемет, да. Вот, разъебал. Кучу жопу, пулемет отстой. Саглы. Б1 штурмует вовсю. О, там Левиафан походу катается, да? Как тут транспорт пригнал. Челы на квадрике, прикольно.
куда поехал? У меня почему-то Hellfire без этого стеклака. Че, досиделись, дятлы? Блин, сюда, сюда шмеля загнали. Нет, нормально. На втором. Ага. Если он без патронов. Впереди. Да. Что за фигня? Почему у меня Hellfire без этого? Без ПНВ. Что-то без теплака. Потому что его вроде включать надо. А как его? Что-то его включал? Ты мне его сам объяснял, как включать. Я тоже не понимал, блядь. Эта хуйня то работает, то нет. Он типа стоит теплак на Hellfire, но я когда использую его, нет. Там типа С что-то нажимает, блин, то не С, я вообще не понимаю. Как-то непонятно сделано. А, С в натуре. Бан. Ты вертушку раздолбал? Да. Ну как, я там был на УХП, я подлетал дроном. И он... Там один поднялся. Жду. Он еще живой, тупой негр, на 14 хп. Наверху еще. Негр ликвидирован. А, ну да, ты меня видел сразу же. Блять, да, он тебя трахнул. Ну нахер просижу. Найс. Сейчас он в чат напишет мерда. Ну да. Blade Runner, хули. MCBSB лучшая, блять, мета в ВВ. Ничто не перестреливает. Это начальник. Как ты не убил, да. И ты его не убил еще, блядь. У него 10 хп оставалось. Причем это я еще в него попал, в тело. Вот теперь он соизволил сдохнуть. Так, как бы сопля было, по-моему, каленое. О, класс. А С1 долбите, там танк и вообще нормальной техники. Нет, у меня нету. У меня откатывается. А, нет, мне нельзя. Видите ли, много... Хера себе. Много артиллерии бьет. Вот, кстати, на мне наконец-то сработал. По мне ударил Hellfire, мне вообще похрен. А, там скоробей тусуется на B2. Ну или на B1, может. Два скоробея, давай отбой. Пошел нахрен. Так, мне нужна броня. Дай броню. Нужна снаряга? Эй, спасибо. Привет. Люд. Да. Ну да. Как я не убиваю их, вот, блин, лишь. Регистрация. Зря туда полез, сталкер. Меня вообще совершенно другой убил. Меня опять убил плеер. Ну просто надо принять регистрацию, в игре конченая. Ну ладно, пусть забирают, это победа. Да это уж понятно, что победа, лол. 41 килл, нормально. Ура! Ура! Победа! Победа! Не откинулся таки в Берлин, твой любимый. А скорее твой любимый, что-то на него-то бочку катишь. Он же там пригрится на него. Я на Бэшку еду. Что-то я не заметил, как ты ко мне сел. Ну только вообще незаметный по жизни там. Я всегда сзади. О, да! О, е! Энергетс теперь. Видишь, у меня флаг ЕС. А, говножуй. Здорово, а ты кто? Настолько нечего делать. Враг сзади, враг! А? Уебал! А, в итоге какие очки получил? Шо, пацаны, не держите вы точки. Финально СУ-2.
Беттер. Да мне похую! Ты же немец, чисто... А, я понял, вопрос не имею. А все, трахнули Беттер. Сразу видно, чистокровный ариец. На втором еще. Впереди, да. Впереди. Было нету. Привет! А я как истинный братанец пью чаёк. Там... Там Беттер. Беттер? Был. Там просто в офисах где-то сидят. Да, в офисах, мудак. Я в гости. А, мне там клеймор. Мне похрен на клеймор, я их так убью. Класс, чел просто аэрострайк полетел в голове, ему вообще плевать. 41 попадание. Плевать. Хе-хе, бой. Иди. От автора, да мне поебать. А машина, а через машину можно пострелить? А, кого? Ну, через стекла, да, через каркас нельзя. Они бронированные. Обидно. Печалька, да. Но танком на это будет похрен. Курда. Вали отсюда, Беттер, срам. А дочь? Я не понимаю, наш человек в жопу долбится. Перед ним враг, там такой, не. Да, долбится. Там двое стояли, они не могли его убить. База не долбятся только. Где-то наших долбят. А, внизу. Я погнал. Во имя короля. The Britannia. Ой-ой. За короля. Да, слева! Падла! Прям за стеной справа. За королеву. Хотя не актуально. Насрал. Клай, привет. Я это уже давно сказал, если что. А, да я тебя проигнорил. Ну, база. Это база. Ща плевать. Это я вышел на ворыло. Они мне сразу пояснили, что я не прав. А, там тоже два рыла, вот, они мне тоже пояснили. Это те же самые. Вот Сани тоже пояснили. Чижи тоже пояснили. А что, B1 отжимают? Ну все, отжимают. Логично. Сзади! Это вообще. Да беги на С, что тут сидишь. Я как спаун. Ничего не знаю. Сюда похоже что-то едет. А это наши? А, ну танк наш. А у дрон, который пустили танк, не наш. Пусть преследует. А это шмель. Нет, не шмель, это говно другой. А, это... А, Бен. Ну, ладно, в глаза долбился. Врага не заметил. Да сука, откуда они взрыв? Насрал. Напомни. Перед тобой. Как? А. Еще перед тобой. Да. Пиздец. Как выжить? Чел гранату уронил и убил союзника. Ой, блядь! Ля-ля-ля! Здорово, крысы! Сопля, сопля! Мочи чем-нибудь! У кого граната? Не у меня! Где? У меня липучки. Я, погоди. У меня липучки. Её долбят. Ну, я как истинный герой пошел ее сжигать. Какой дай для тебя вот какой сжигать? Давай! Щит! Да господи, какой же даун меня пытался убить одиночно без калаша, блядь! Я опять забыл C4 поставить на сетап, блин, я бы сейчас подорвал в 3 секунды. Господи, что происходит? Я что, в Battlefield'е? На первом. Battlefield.
Так, ладно. Вот так вот. Бум, сопли нет. Танк, танк. Это плохо. Ой, а, он прям тут. Баба Яга. Баба Яга меня. Даже двое сидит просто в углах. Ну, да, они башенку еще, да? А я, конечно, и, конечно, меня надо убить, меня надо убить. Не вот этого петуха, как ты начал стрелять, а меня надо убить, который тут... Который как появился. Да. А это классика. Ой, вот это лаги. Блин, слишком дофига техники на карте. Это еще немного. Ё-моё, почему так М-ку подбрасывает с первых же выстрелов? Потому что американское качество. Там! Нет, всё, отбой, куда не идём. Я Вольф Лукан? Что? Ой, ёпта, аэрстрайк! Блин! А серьезно, прыжок помогает? Вот, теперь ты начинаешь. Хана, на, лечись! Как настоящий прогеймер во время стрельбы прыгаешь. Ага. Представь, что ты играешь. А, патроны! Так, все, я запомнил. Опять спину. Как я умер, я же в здании, алло. Да, это путь самурая. Уф, красиво. Да блин, ну. А я технику подорвал, клево. Там своего же чел выдает. Бля, крысы, крысы! Убиты. Какая точка? Какая точка? Скажи мне. Б2. Их уже убили, а тебя тоже положили. Впереди причем. Да, причем впереди как-то не заметил. А, ты не обращал внимания. Право. Ёпс, тут и... Опять эти уроды, дружки. Да, дай знать, где они находятся, брат. Здесь. Отойди, брат. Отхожу, брат. Тут глушилка, брат. Прижат огнем. Да. Да, боец прижат огнем. Глушилка не действует. Действует, действует. Вот все, спамьтесь. Да нет. Ну... Да что за хрен с интерфейсом, блядь? Спамьтесь. Боец прижат огнем. Сейчас. Все будет. О. Вверху, Саня, сзади. О, у них что, сейчас выстрелит? Даю радар. У них танк. Прям в низине. It's a tank. Так, отлично, враг уже на Б1. Точняк, здесь дымовые шашки, надо поюзать. Да не, он этот газ пустил наш, какой-то дебил. Я нихуя в этом газу не вижу. Газ именно светочивый или просто туман? Зеленый вот этот. Ну, дым. А, ну... А, он против пулемета. Нет, против танка нет, не гораст. Понял. Нет, зеленые прямо хорошо, офигенно, когда надо чела выкурить, а когда твои типа тиммейты видят, что газ, бегут прям на него. Да беги! А там, минус очки. А вы где вообще? Я за тебя. Да я вижу. Я виски убил. Алкоголь убивает. Нет, это я его убиваю.
Блин, мне прикалываешь, что если надеть кепку, она будет ту же самую функцию выполнять, что и шлем. Да. Последняя сигарета меня убила. Победа! Чёрт, Алберлин. Насрал. Все тиммейты насрало. А сколько убийств? А, ну понятно. Насрать.